оказаться на их месте мечтают все взрослые. В детском саду тихий час. На то, чтобы уложить малышей, уходит немало времени. Но дети должны спать, причем гораздо больше, чем взрослые. После нагрузки дневной им обязательно нужно отдохнуть. И когда видишь, что детки встают после сна веселыми, задорными, красивыми, видишь их лучистые глаза, это лучшая награда того, что мы здесь с вами проводим и видим. Новорожденным необходимо спать около 20 часов в сутки, малышам 3 лет – около 12. И только после 7 лет ребенок может не спать днем. Как правило, если человек выспался, у него нормальное артериальное давление, у него нормальная мозговая деятельность. Если говорить о том, как удобнее спать, то, конечно, во-первых, температура воздуха в помещении должна быть достаточно прохладной, но комфортной. Постель, матрасы должны быть тоже удобными и физиологичными. На них и засыпается лучше, и сны ярче. На радость современным покупателям разнообразие матрасов и подушек не знает границ. Гипоаллергенные, с изменением жесткости и с лечебными эффектами. Кокосовая прослойка, 1000 пружин. Технология улучшается, конечно, для того, чтобы и себе, допустим, и кто-то обязательно с болями в спине после аварии приходит, для того и ортопедичности. И обязательно мамочки приходят для своих детей тоже, то, что при тебе ортопедичность. Тело, соответственно, приняло положение свое правильное. Бармены, таксисты, официанты и многие другие профессии подразумевают ночной образ жизни. Люди выбирают такой график из-за большей прибыли или возможности совмещать работу с учебой. Рома Абсент, так диджеи называют в своих кругах, предпочитает работать по ночам из-за своих внутренних убеждений. Это, в первую очередь, моя жизнь. Я люблю жить ночью, потому что днем пробки, много людей и так далее, а ночью собираются те люди, которые я хочу видеть. В современном обществе многие предпочитают ночному отдыху развлечения, но после одного дня без сна появляется усталость, после 3 – нарушение координации, через неделю – кратковременная потеря памяти, а после 10 – можно умереть. Людмила Кузнецова, Олег Буланов, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив.